Русское географическое общество представляет. Самое крупное пресноводное озеро Европы. Площадь 18 тысяч квадратных километров. Находится на территории Республики Карелия и Ленинградской области. На его территории 660 островов. На одном из них расположен легендарный русский монастырь. Первым геодезическую съемку всего озера провел русский картограф. Кто именно и что он нанес на карту?